Вот как у нас сейчас происходит голосование. Раньше УИК был в школе, теперь УИК в машине. Мы сначала, честно говоря, подъехали, подумали, что это что-то торгуют семечками, что ли. Но вот это вот у нас избирательный участок такой. Тут не верят, что это действительно голосование проходит. Говорят, что фейк. Я вот вернулся, уже съездил в центр города. Вот, Русская 48, действительно, 838 участок. Но что вы не верите мне? Здравствуйте, вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Да, это ну, нововведение нашей политической системы, избирательный участок в багажнике. Вот как-то так. Господа, разрешите поздравить, с чем спросите вы? А нам же тут очередной подарок. Слуги-то наши сообразили, благодетели в смысле. Вообще, блин, не отдыхают, все о народе думают. Ну так вот, с 1 июля кого-то из вас очередным налогом обложат. В принципе, этот налог, он уже есть, это налог на самозанятых. Однако со следующего месяца данный побор станет обязательным для всех регионов. И вот что тут важно знать? Ну мы же всю жизнь работали, делали какие-то отчисления, в том числе в пенсионный фонд, в надежде, что когда придет время, и мы выйдем на пенсию, эти деньги вернутся в размере ежемесячных выплат, собственно, пенсий. Кого-то, может, и не особенно этот момент заботит, ну, там, в силу юного возраста, например. Но есть люди, пенсионный возраст для коих уже маячит на горизонте, и такая штука, как трудовой стаж, для человека важна. А вот теперь к главному переходим. Помните, господа, когда-то нам говорили, что размер отчислений по данному налогу станет подъемным 4% всего от полученного дохода. Опять обманули. Они же поправки внесли. Короче, наши любимые грабители установили для налога на самозанятых минимальный порог отчисления. И это совсем не 4%. 32 тысячи, 23 рубля, 20 копеек в год по текущему году. В будущем, вероятно, размер фиксированной ставки повысится. То есть, хочешь, чтобы тебе стаж зачли, вот эту сумму ты должен заплатить в ПФР. Меньше хотя бы на рубль, стаж в зачет не пошел. Ай, молодцы какие, ай да прохвосты, честно. Вот как по мне, это называется жулики на счетчик поставили, хотя, может быть, кто-то сейчас со мной не согласится. Начинаем. Кстати, о поправках, а ведь неделя голосования началась, которая закончится 1 июля. В течение недели мы все дружно должны каким-то образом волеизъявиться. И судя по ненавязчивой рекламе из телевизора, те поправки поддержать, разумеется. Они ведь, если верить лицедеям, что в данной рекламе задействованы, очень сильно улучшат нашу с вами жизнь. Прям 2 числа мы проснемся в совершенно другой стране, где во главе угла будет стоять человек с высоким уровнем дохода, который ни в чем не нуждается. В стране, которая побьет рекорды СССР, вот прям за один день и побьет. Ну давайте хотя бы почитаем, что это за поправки. Попытаемся разобрать их на атомы. Итак, поправка о статусе русского языка. Язык – это средство общения и взаимопонимания. Русский язык – это один из богатейших языков в мире. Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира. Поэтому, наверное, так сложно перевести поэзию Александра Сергеевича Пушкина на иностранный язык. Действительно, поправка, наверное, нужная, потому что живем-то мы в России, государство, образующее народ здесь русские, поэтому основным языком и язык должен быть русский, нет? А теперь давайте посмотрим, что по этому поводу записано в Конституции образца 1993 года. Внимание! Статья 68. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский. Объясните мне тупому, в чем тогда суть поправки? Было русский язык основополагающий государственный. Предлагается... Русский язык – основополагающий и государственный, то есть мальчик. Как тебя зовут? Игорь. Так вот, Игорь, после голосования тебя будут звать Игорь.
Игорь! Еще одна замечательная поправка. А давайте впишем в Конституцию фиксированный размер МРОТ. Для тех, кто не в курсе, речь в данном случае идет о минимальном размере оплаты труда. Сегодня это 12 тысяч. По идее, это сумма, меньше которой работодатель не имеет права платить человеку. А еще, исходя из МРОТ, рассчитывается вся социалка, пособия, дотации, потребительская корзина и бла-бла-бла. Вы правда вот этот вот нищенский уровень дохода на душу населения хотите закрепить в основном законе страны? Ты себя в 12 тысяч оцениваешь, $150. Да труд чернорабочего за бугром дороже стоит, это первый момент. И второй, а помните вот эту вот историю с детскими копеечными пособиями? Как его только не называют, Владимир Владимирович, и насмешкой, и унизительная сумма, что только не говорят. Сейчас вот держу на связи Екатерина Кириллова, у нас из города Серпухов. Видите, прямо рядом с детской кроваткой Катя сидит, но малыш ее, к сожалению, не дождался эфира, уснул. Ну да, над этим пособием даже махровые ватники потешались, а теперь рассказываю, как такое получилось. А все очень просто. Вот этот закон о детских пособиях принимался в 1997 году, и туда как раз прописали фиксированный размер данной выплаты. Вот только в 97-м 50 рублей – это были деньги, на которые можно было накормить ребенка и даже одежды, игрушек купить. А в 2019-м пособие превратилось в ничего. Подтереться таким пособием только. Два поколения детей росли без поддержки государства, по сути. Снова на те же грабли хотим наступить. Ну давайте пропишем сейчас эти 12 тысяч в Конституцию, вот только лет через 10. Когда эта сумма станет насмешкой, ты кому жаловаться пойдешь? Это ведь ты данную сумму туда, в Конституцию, вписать хочешь? Себя спрашивай, зачем? На тебе твои полторы бумажки, сходи, купи на них семечек. Это реальная журналистика. Ликбез сегодня проводим по поправкам. Поехали! О, вот это моя любимая поправочка о качественной и доступной медицине для граждан и ответственности за это чиновников. Безголовые и безграмотные неучи прям млеют. Ой, нам так нужна оная поправка, ведь доступная медицина – это здорово! Здоровье нации – это одна из приоритетных задач государства. Особенно сейчас, когда болезнь может подкосить целые города. Поэтому... А вот теперь, дорогие мои, еще один фокус-покус. Ну и опять же, да, не читали, что по этому поводу написано в Конституции 93-го года. Читаем вместе. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам бесплатно и за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Вы правда мечтаете поменять бесплатную медицину, для вас бесплатную, на доступную? То есть сегодня, грубо говоря, тебя привозят по скорой в клинику. С каким-то осложнением, например, и по Конституции у тебя есть право получить необходимую помощь бесплатно, пусть и на начальном этапе, но ты, видимо, мечтаешь, чтобы было вот так. Скорая, приемный покой, братан, а деньги-то у тебя есть? Да вы чего, я вообще при смерти, какие деньги? Прости, дорогой, но так не пойдет. Есть два варианта, либо мы тебя везем туда, где взяли, и помирай там себе на здоровье, либо вот эту вот бумажку подпиши на получение кредита на твое лечение в банке «Первый медицинский», что будет принадлежать, например, какой-нибудь Голиковой, и едем в операционную. А может быть, хоть кто-то верит, что назначение судей президентом, Советом Федерации или губернаторами и региональными парламентами пойдет нам на пользу? Да ладно! Или для многих большая загадка, что половина судебных решений в нашей стране и сейчас-то выносится по звонку сверху. Но мы же хотим, чтобы у судей вообще независимость отобрали по закону теперь. Ты кто, судья? Ша, губернатор распорядился сидеть и не дергаться, иначе вылетишь со своей должности. Кстати, и вопрос приоритета российских норм над международными тоже вызывает немало вопросов. Ну, например... Помните вот эту вот историю, недавно рассказывал? Чиновница из Мурманска сбила на своем внедорожнике 11-летнего ребенка на велосипеде посреди деревни,
А потом еще с родителей избитого мальчика компенсацию потребовала в 120 тысяч. Явно неуютно чувствует себя в суде Генрих. Кажется, совсем не место здесь 13-летнему мальчику. Смотрит на папу и как будто просит прощения за то, что... И еще одна веселая поправочка. В прошлой программе рассказывал вам вот про эту девочку, Катя Мизулина, дочь сенатора Мизулиной из Совета Федерации. Катя скобки с зубов сняла недавно, а уже вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации. Молодец, талантливая. Общественность она какую-то представляет, оказывается. Кстати, для ее мамы авторы поправок тоже приготовили подарочек. Теперь сенаторов предлагают наделять пожизненными полномочиями. Ну что, давайте сформируем в 21 веке в России институт бояр. А на примере Кати и мамы Мизулиных заодно посмотрим, как титул может передаваться по наследству. Дальше за что пойдем голосовать? За введение крепостного права. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока!